Две из них хотели этого больше остальных. Сегодня именно тот день, когда сойдутся лучшие из лучших и станет известен победитель Лиги чемпионов. Георгий Черданцев и Константин Генич приветствуют вас на финале лучшего клубного турнира Европы. Всего один матч отделяет нас от окончания этого сезона, но матч этот самый важный. Это Наполи против Ливерпуля. Начинали этот сезон Лиги чемпионов 32 команды, а сейчас их осталось всего 2. И кажется, будто целая вечность прошла с осени. Огромное достижение сыграть в финале, но сейчас каждый из тех, кто выйдет на поле, будет думать только о том, чтобы выиграть этот финал. Посмотрим на состав Наполи. Игра вторым номером. Вот конек этой команды. Они садятся в оборону и дают сопернику определенную свободу, играя скорее в разрушение, чем в созидание. Именно так. Они осознанно отдают инициативу. Но мы знаем, что весь матч в обороне сидеть задача нелегкая. И так можно, конечно, не проиграть, но невозможно выиграть. Так что посмотрим, какую тактику сегодня применит эта команда. Вы помните финалы с Ливерпулем? Только не говорите, что нет. Они стали классикой футбола. И сегодня Ливерпуль вновь здесь. О, если сегодня Ливерпуль поймает кураж, берегись, соперник. И вашему вниманию стартовый состав Ливерпуля. Голкипер Алисон Бекер. Вирджил ван Дик в защите сыграет с Джоэлем Матипом. Джордан Хендерсон с первых минут играет в центре полузащиты с Фабиньо. И нападение с первых минут представлено в лице Диого Тейшейры. Берлинский Олимпиа-стадион принимал Олимпиаду 36 года. Отсюда и название. С тех пор его вместительность уменьшилась, но фасад остался прежним. Монументальное сооружение, ставшее историей Германии. Сегодня это современный футбольный стадион, принимавший и финал чемпионата мира, и финал Лиги чемпионов. Что скажешь о схеме гостей? Как думаешь, сильно они по владению обойдут хозяев сегодня? Какое спасение Оспины! Блестящая игра! И подача туда, в сторону ворот. Мохамед Салах неудачно в передаче играет. Свисток арбитра будет штрафной. Карточку почему-то решил не показывать. Ставит корпус, укрывает мяч. Петр Жилинский. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. И на этом их владение заканчивается. Мяч теперь у соперника. Я бы сказал, что Мохамед Салах сейчас в потрясающей форме. Но предел ли это? Ну, этот парень завершитель. И думаю, сегодня будет идти вперед и ждать своего шанса от партнера. Клуб, победивший в Лиге чемпионов, имеет право оставить кубок у себя на 10 месяцев. В память о победе клубы получают... Извини, что прерываю. Отличная позиция, чтобы пробить. Вот так надо играть в обороне. Вовремя блокировать удар. Ничего соперника.